Для чего устанавливают общедомовые счетчики газа и как планируют распределять сумму оплаты? Эти вопросы сегодня выясняли представители депутатской комиссии по вопросам жизнедеятельности Горсовета. Депутаты давно приглашали руководство «Запорожгаза» на заседание комиссии. Встреча состоялась. Обсуждали вопросы работы центра в предоставлении услуг горожанам. Еще один вопрос – установка общедомовых счетчиков. Изначально, согласно госпрограмме, абонентам планировали ставить индивидуальные приборы учета. Общий счетчик на дом, мне просто интересно, для чего? Будет ли какая-то методика, какая-то разработанная новый там механизм начисления? То есть это очень беспокоит наших жителей. Провели анализ, более 3 миллиардов гривен надо для того, чтобы в рамках Украины выполнить закон к 1 января 2018 года. Таких денег у правительства нет. Было принято решение, а экономически, если устанавливать надомный счетчик, ну понятно, стоит дешевле там, в 10 с чем-то раз.